И скандал, который только набирает обороты в Киеве. Арестован депутат от радикальной партии Игорь Мосейчук, тот самый, который, мы показывали в понедельник, угрожал женщине-врачу. Но задержали его за другое. Рада сняла с Мосейчука неприкосновенность после того, как генеральный прокурор принес в зал заседаний вот это видео. Оно снято по делу о получении взятки, якобы за деятельность партии. За лишение иммунитета проголосовали 262 депутата. После этого радикалы во главе с Олегом Ляшко стали выяснять отношения с коллегами по Раде. Заседание было прекращено. За Мосейчуком пришли сотрудники службы безопасности Украины, его машину обыскали, арестованного увезли. Чуть позже Ляшко обвинил в коррупции уже лично украинского президента и выступил за его отрешение от власти. Порошенко будует диктатуру. Порошенко строит диктатуру. Порошенко пытается установить авторитарную власть путем угроз, путем запугиваний, путем подкупов. Я предупреждаю Порошенко, это криминальные действия, которые тянут на процедуру импичмента и отставку. Я требую от украинского парламента принять закон об импичменте президента, о временных следственных комиссиях и начать процедуру импичмента президента Порошенко за совершение им преступлений в кабинете президента. У кабинете президента Украины.